Продолжаем походить в Tomb Raider. В прошлой серии мы тут начали в сибирской этой глуши играть, тут сошла лавина, мы тут с Толстым разделились, потом побежали в Сибирь, там что-то повоевали там немножко и снова возвратились в Сибирь. И вот идем по пояс снега. Давай, 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 иди, иди, прорывайся. Одень капюшон, у тебя кипящонь был. Не останавливаться. Так мы и не собирались, я вообще предлагаю побежать, но, к сожалению, снег до хрена, не особо не побегаешь. Ты сможешь. Давай на жопе скатимся. Давай на жопе скатимся. Давай щучкой, щучкой, давай, давай, давай. Давай прыгнем, 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 прыгнем. Не хочешь прыгнуть? Старый лагерь. Так, докуда мы тут добрались-то? Оп. Спотыкнулись. Так, так. Нужен костюм. О, нет, только давай не будем разводить его, искать всякую хрень. Так, кстати, я смотрел прошлый видосик. Очень было плохо меня слышно. Надо малость убавить всего. Вот так вот, вот так вот. И вот так вот. Не, наверное, даже еще вот так вот. Так, все, хватит. Так, поиск важных объектов. Так, далековато так. Так, палки, что ли, надо собрать? Понял. Я вас понял. Так, ломай эту херь. Нихера ты монстр. Должно получиться. Что-то с ней сделано. Ну-ка. На ночь. Все, ничего нету. Не хватит. Сейчас мы тут на Колема. Ну что ты с ней делаешь? Ну-ка, покажи мне. Покажи мне. Блин. Угол камеры не дает. О, олень. Умчи меня, олень. Что с тобой делать? Труп свежий. Мяса нет, но... Оп. Как они не учуяли. Ладно, долбим, долбим этого оленя. Хавка, что ли? Хавка, да? Назад в лагерь. Все, понял, понял. Бегом, 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 бегом. Титьки отморозим. Давай, бегом. Так, засунься в куртку, ё-моё. Уши отмёрзли. Я так спешу, как могу. Ты не идешь ни хрена. Давай. Ой, как тебе холодно. Даже не представляю, как в такой метели можно костер развести. Ты смотри, какая мастерица. Дрожи сильнее, согреешься. Наши люди прочесывают развалины. Если артефакт там, мы его найдем. А что с потомками? Продолжают сопротивляться. Но мы скоро возьмем их за горло. Хорошо. Троица в вас верит. Троица. Застегни куртку, ё-моё. Шарф вокруг башки обвяжи. О, лук. О, да. А где стрелы возьмем? Так, мне нужен лучше. Лук покрепче. Так. О, паньки, вот это я люблю улучшение. А чё, только оружие, что ли, можно улучшить? Эй! Как тут листать? Ладно. Давайте оружие. Но я не сдамся. Так, самодельный лук. Давай. Что-то должно быть. Иначе троица не полезла бы в этот снежный ад. А, во-во-во. Надеюсь, что Иона в порядке. Так, череп. Что это значит? Усиление. Плечи. Я не могла рисковать. Самодельный лук. А это что такое? Обмотанная рукоятка. Оплетка тетивы. Это мой путь. Это сюда крыто. Так, давайте-ка почитаем, что. Так, а ладно, похер, давайте-ка с этого начнем. Нельзя? А на какого хер я вообще на нее тыкала? Ладно. Все? Все, валим отсюда. Можно еще чем-нибудь улучшить? Рюкзак, навыки. А в навыки можно какие-нибудь сделать? Боец, охотник, уже очень. Боец, конечно. Так.
Толстая кожа. Железная шкура. Атака с уклонениями. И убийца-эксперт. О, это мне нравится название. А чё? Убив врага в бесшумном режиме, вы автоматически получаете его ресурсы. Вам не придется его обыскивать. Блин, надо было что-то другое выбрать. Ладно, пофигу. Так, охотник что тут? А, все закрыто, да? Так, что тут еще? Рюкзак. Боеприпасы. Экипировка. Так, экипировка, наверное, покруче нужна. Ага, все закрыто. А боеприпасы? Тоже все нахрен закрыто. Отлично. Так, оружие уже были. Быстрый переход. А, это карта, что ли? Что-то такое. А, ну все. Надо, наверное, валить куда-то. Что такое? Что ты хочешь? А, поспать? Ладно, идем. Что еще надо-то? Я вроде тут только что был. Так, все. На этом давай закончим. Куда нам топать? А, вот куда нам топать. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Где-то быстрый переход. На вот сюда вот. Так, как это хер подвинусь? Все. Так, что-то я не пойму, как сюда. Быстрый переход. Не работает нифига. Куда-нибудь вообще можно? Ладно, потопали нафиг. Все, посидели, погрелись. Кстати, что тут за лук такой? Для выстрела бесшумными стрелами нажмите левую кнопку мыши. Во время прицеливания, чтобы... А, во время прицеливания. Чтобы нанести дополнительный урон, удерживайте левой кнопкой. Ну-ка. Все, все, все. Давай. Ой. Ладно, не удержала. Я не хотел стрелять. Так, куда там топать? А? О, гнезда всякие. Ну-ка, гнездо взять. Ну-ка. Опаньки. Что-то куда-то покатился-то. Что тут у нас? Перышки, перья. На, перья для улучшения оружия. Все, понял. Ладно, все, потопали. Так, оленя мы уже рубили. Так. Что с этим делать? Давай. Что, выстрелишь, что ли, у нее? Не, не канает. Что с этим деревом делать? Ветка. По веткам скакать. Не, я не хочу скакать. О, кустик. Дай веточки поломай. Хера ты его обработала. Так, что такое? Что такое? Ой, кролики. Так, они нам, наверное, не нужны. Монгольские. О, к монголам прискакали. О, это что за хер? Троица. Да, бежим. Спак, лазня по деревьям. Как поняли? Спайк. Ладно, пофигу. А, ВМ, ну-ка. Опа. Опа-на, кого-то... Что это было вообще? Кого-то съели. А, во-во. О, все. Я тут. Ничего. Что дальше? Куда дальше? Что там светится? Что это там такое? А, деревья светятся. Стопэ, тут походу это... Танкелёт, да? Нет? Так, будем лучше по этим... Прыгать? Разве этот ряд? Ага. Командный пункт. Ответьте. Блин, слепит как? Я ни хера не вижу. Разве этот ряд? Ответьте. В последнем сеансе связи у нас были... помехи. О, еще одна рация. Вот срань. Бежим нахрен отсюда, срань господня, гребаный мишка. Отвали от меня, маньячина. Бежим. Пошел в жопу. В жопу иди. Иди нахер отсюда. Пошел в срань.
Срань, иди. Бежим, бежим, бежим нахрен. О-о-о. Сейчас на что-то нажать надо. Что-то на что-то... Ой. Что надо было сделать? Что надо было сделать? И я лоханулся. Как все быстро происходит. Не совсем даже понимаю, что надо сделать. А, надо было, наверное, стрельнуть мы прям туда. Так, так, сюда. Так. С. Это что за херь такая? На какую кнопку надо тыкнуть? Что за кругляшок? Так, стрелами он не стреляет. Может, на F попробовать тыкнуть? Так, S. И... А, F, ё-мо, я не увидел. Не увидел сразу, что надо было туда нажать. О. Ай да, Миша. О, сразу воспоминания какие-то пошли. Ё-моё, как слепит. Так, все вспомнили, встаем, топаем. Ой, как этой девке достается в этой игре. Ой, как-то все мазно. Надо рану перевязать. Так, понял, понял. Ягодками, ягодками давай. Листья должны остановить кровь. Нужна какая-то повязка. А тебе и шарфик. Давай шарфиком. Так, ищу ягодки. А тут есть что? Да, канистры. Ой-ой-ой. Ага, вижу, вижу. Оу, да тут целая база. Какого черта тут делает тролль? Как ты все ломаешь, а? Так, все, вылечились. Идет насквозь. Как нам надо туда попасть? Медведя. Что-то мне подсказывает, что придется прыгать. Ну-ка. А, блин. Куда-то придется все-таки лезть, да? Ну-ка, куда тут? Ага. Прыг-скок, обвалился потолок, блин. А, тут пещера какая-то. Эти грибы. Это бледные поганки. Из них можно сделать яд. Я уже думал, ты съесть их решила. Эти бледные поганки. И прыг-скок. А где Мишка-то, кстати, был? О, тут явно что-то есть. Утиль. Так, куда дальше? О, вот это прикольно. Так. Так, ага. Вижу, вижу. Кролик, что ли, завались? О, Бэмби. Бэмби. Ух ты, какой Бэмби. Что там? А, во, все, понял. Так, я правильно, что ли, иду? О, поганки, из них можно сделать яд. Че, не взял? Все взял. Почему два? У меня уже должны быть все три поганки. О, еще поганочка. Опять две. Так, где твой? А, он на жопе у тебя этот фонарик болтается. Может, его в руку возьмем? О, что-то такое. Часы. Побоище в гробнице пророка многому меня научило.
Мои братья мертвы, убиты все до единого. Последователи лжепророка гибли сотнями, но в конце концов они одержали победу. Я как мог запечатал вход в гробницу и сказал жителям соседней деревни, что пророк наконец-то мертв. И пусть держится подальше от этого места. На самом деле мне неизвестно, выжил ли пророк или нет, но я следую за ними по пятам. От Ордена Троицы не уйти никому. Нифига тут свиточек нашелся. Так, все, продолжай. Ой, не, все, 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 я почитал. Так кто такое? Это твое прощальное СМС? Понятно. Че там такое? Да, глянем. Магнезит твоя руда. Из магнетитовой руды можно изготовить особые боеприпасы. Ладно, пофигу. Топаем дальше. Так, мне кажется, это все зафигачено. Так, что-то я мало заблудился. Так, ну-ка, подсказка, скажи мне, что делать. Опять эту руду добывать, что? А. Давай. Так, все подобрали. А дальше что? А, походу мы сейчас эту херню нарубим, какую-нибудь бомбочку сделаем. Че, давай. Ну-ка, все что? Че-то я не въеду нифига. Ну-ка, давай-ка выйдем. Не, явно что-то надо сделать. Чё он от меня хочет? Так, бежим, бежим, бежим. Ага. Чтобы собрать утиль, нажмите Е. Что-то из этого теперь да получится. Надо вернуться в лагерь и попробовать. Какой нахер? О, нифига себе, чисто случайно нажал. С фоткой? Так куда топать-то дальше? Куда топать? Скажи мне. Кто ответит? Кто подскажет? Так, еще ящичек давай подберем. Гнездо чье-то. Не, что-то мне подскажет то, что туда надо. Знаешь, тут что такое? Что такое за свечение? А, нет, нифига, походу, в эту пещеру не надо. Оху! Надеюсь, не сломаемся. Так, давай бегом, бегом, бегом. Включаем режим форсажа. О, мы к косту своему вернулись. Ну, и что будем творить? Е! Ай! Что мне делать? Рюкзак. Боеприпасы. Так, бесшумные стрелы. Обычные стрелы, которые можно бесшумно убить врагов. Понял? Отравленные стрелы. Стрелы, которые при попадании выпускают облако смертельного яда. С навыком стрелы с ядовитым газом стрелы получаются улучшенные. Не, мне вот это больше прикалывает. Давай вот это сделаем. И вот это сделаем. Все, больше не сделаем нифига, да? Все? Надо отдохнуть. И все, я просто так побегал ради того, чтобы ты стрелу из поганки сделала. Я не
ничего понимать. Хочу, чтобы ты перестал. Будь снова моим папой. Кто-то бахнул. Не стой на месте. А вы кто такие еще? Давай, не уйдут. Охотники, что ли? Беги, беги, тёлка. Ух ты, приколюха, надо их спасти. Кипиш, кипиш. Беги. Кипиш, кипиш. Так, все, просыпаемся. Давай, 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 давай. У меня там стрелка. Опаньки. Глазастый черт, а? Круто, кипиш. Давай, 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 давай. Где ты, где ты? Не, пропускать не хочу, я хочу мало взглянуть. Вот было прикольно, если там Мишка был бы. Надо Мишку завести туда. Все говно, я сейчас тебе фонарик в жопу твой засуну. Лала, ты где? Всем отрядам доложить обстановку, прием. Мы нашли еще один лагерь. Ох ты, теплые. Сволочь. Они где-то рядом. Ай, кая! Гандонь, гандонь, хера чего? О, да. Просто шматрится. Так, чё, давай его обыщем. Как его обыскать? Прыг сколько? А, или, наверное, когда... Тихо. Кустики, идем в кустики. Ой, садимся, садимся в кустики. Нас нету. Ку-ку. Может, куда-то идти уже надо, не? Нет, тихо, прячемся, прячемся. Режим инкогнито. Прячься, давай. Ты, блин. Как спрятаться? На какую кнопку? Так, тут что-то светится. Что светится? Что светится? Ну, чё, ё-моё. Почему так всё... Опа, на. Это не надо. Не, видел, тут что-то светилось. Так, В. Так, что-то херня какая-то. Так, ладно, тут куда-то девка бежала. Надо девку спасать. Спасаем девку. Че, нет, не надо спасать. Так, лучшие планы. Не, я с трупами не хочу больше спать. Давай побегаем, что ли. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Передайте всем. Местные поставили ловушки в просеке. Черт. Ха-ха-ха-ха. Ты кто такой? Давай, до свидания. Чё у тебя есть? Испытание пройдено? Нихрена себе тут. А. Нихера тут на него накидали. Ну-ка. Ниточка не рвется. Минус игры. Не нравится мне. Так, куда возвращаться-то? Так, все, испытание пройдено. А что дальше делать, никто не знает, да? Вон, надо дерфаться, что ли, собирать. Опа, опа, опа. Так, З. Пока. Так, стоп, дерево. Все, ощипало. Надо теперь грабануть этот трупик. Попробуй вызвать штаб. Так. Раз оттуда сообщали о нападении, а потом все затихло. Так, 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 так. Пошли в жопу. Так, что у тебя есть? Давай, давай, ищи. Какие нахер символы? Ты его обыщи. Да, ой, все, все, я тебя понял. Эй, что есть? Что есть? Это что, уже закопался, что ли? Так, их обыскиваю, что ли, я не пойму. Ты слушаешь, как они дышат? А, ты так ныкаешься. О, что это такое, что такое? Нас все больше. Я один из первых прибыл на старую советскую базу где-то в Сибири.
Теперь люди прибывают каждую минуту. Константин выступал перед новичками, а я стоял позади и смотрел. Обожаю его слушать. Никогда не надоедает. Это не то, что какая-то религиозная болтовня. Это истина. Мы все были разбиты. А Троица нас восстановила. Дала нам цель. Новый мир ждет. Даже неверующие сыграют свою роль. Понятно. Гребаные фанатики. Дай бог, что ли, возьмем. Ой. О, Гена. О, бензинчик. Да иди ты к бензину. Так, правая кнопка мыши, прицел, левая кнопка мыши, бросок, чтобы выбросить. Не, ничего не хочу я бросать. Надо что-то сделать с канистрой. Понадобится. Что это такое? А потом бахнуть в нее. Ух ты ж срань. Ух ты срань, зря я это сделал. Зря я это сделал. О, кустики, кустики. Опа-на. Кто это сделал? Так, у меня птичка есть, не? Я вроде себя немножко сломала. Сломала. Че, все? Тишина, покой. Ты где? Всем отрядам следить в оба. Местные понаставили в лесу ловушек. Че это за хер такая? Так, куда нам дальше топать-то? Я вроде все сделал. А. Генератор. Слушайте, у нас проблема. Я, кажется, взорвал то, что надо. Блин, канистру для заправки, походу, вот этого гена. Ой-ой. Или нет? Так, ну это хер я уже читал. А, видать, они светятся не совсем. Для того, типа, что они нам нужны. Ладно, давай еще что ли побегаем. Что это такое? А, вот куда надо. Все, все, понял. Так, сможешь забежать? Не варик, да? Понял. Так, стоп, а как туда попасть-то? А, во, все вижу. Чунь. Опа-на, все. Так, вроде я тут уже бегал. Стой, там медведь будет. Или не будет? Черт, он еще тут. Мишка. Может, ему ягодок подкинуть, я не знаю. Что тут лежит? Пружинки какие-то. Так, все, я тут. Подскажите, что мне делать? Лучший план одоления медведя. Чё-то я ссу. А давай-ка на веточку заберемся. Давай на ветку заберемся, грёбаный. Ну, ты чё ты, какого хера ты по ней прыгаешь? Ай. А может просто пройдем, а? Куда нам надо? О, стрелы. Стрелы нам нужны. Ни хрена себе, пачку взял, всего плюс один. Что тут еще есть? Вот. Охренеть, как я не хочу туда заходить. Мишка, ты где? Здесь слишком тесно. Лучше выманить его наружу. Бежим нахер, бежим, бежим. Срань господня, валим отсюда. Валим, 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 валим. Ах ты, какой говно. Отвали от меня. В. Чё, в? Всё, подлатались, 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 подлатались. Нет, 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 не жри меня. Не жри меня. Пошел в жопу. Иди в жопу. В жопу иди. Бежим, 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 бежим.
Ух ты, ё-мо, бежим! Дыши, дыши глубже, глубже. Отвали от меня, медведь. Говнина ты. Ты говнина. Беги, прыгай, прыгай. На тебе. Сдохни, сдохни, сдохни. Бежим. Бежим, 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 бежим. Ягода, ягода, ягода. Ай, ягода, плохая ягода. Бежим, 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 бежим. Пошел в жопу. Сдохни. Ты, на тебе, в очко. Так, стоп. А как тут на яд-то переключиться? Я что-то пропустил этот моментик. Ой. Куда слиняла? Сюда я. Так, чтобы собрать, нажмите Е. А, еще грибочки. Грибочки нам нужны. Так, а, во, один. Так. Что-то я не совсем ехал. Че он листает постоянно? Ладно, пофигу. А, во, ядовитый или нет? Привет. Бежим, 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 нахер, бежим, бежим теперь. Ай, вставай, вставай, бежим, вставай, бежим. Отстань от меня, Мишка. Я твоя Маша. Не убивай меня. Прыг-скок, прыг-скок. Я в тебя грибами ядовитыми херанул, чё ты не дохнешь, Мишка? Миша, 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 Миша. На тебе в голову. Ты, ты смотри, какой ты охереть живучий ты. Бежим, 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 бежим. О, аллилуйя. Охереть. Прости меня, Миша. Колокола зазвенели. Так, медвежья шкура поможет нам для оружия и какой-то там, или какого-то там пошива. Прости меня, Мишка. Ау. Застрял ледокол, что ли? Давай, 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 кромсай его. Убила, это будет на твоей совести. Я не хотел его убивать. Какой большой Мишка, охренеть, вот это морда. Прости, Мишка. Ну чё, пошли. Мы могли бы просто разойтись. О, грибочки. Грибочки. А чё, если из костей сделать стрелу? Будет интересно. Вот, вот чё-то её не хавал бы. Хавал бы себе ее, и все, я бы спокойненько прошел. Нет, надо позалупаться. Так, чё, чё, чё делать-то? А, вот, е-е-е-е-е-е-е. Чё? Детали пистолета, одна из четырех. Ржейные детали, ладно, все, я понял, то, что надо собирать, и что-то соберем. Ну, тут вот что-то тоже лежит. Не? Не канает? Ну-ка, ну-ка, нажмем на Q. О, что это такое? Гуманитарная помощь. Мишка, ты где эту гуманитарную помощь взял? О, все-таки ее можно взять? Че, пустой что ли? Нахер его сюда поставили, спрашивается. О, свиток какой-то. Пророк и его последователи передвигаются под покровом ночи, следуя по извилистой границе Восточной Империи. Короче, в жопу. Надо сделать себе дверь. Давай. Девочка монстра. Так, все. Протопали. Что это такое? Что такое? А, это отражение от фонарика. Блин, а тут прикольно. Так, сейчас прыгнем, да?
О, это карта. Так, а как я карту-то сделал? А, на тап у нас карта, все понял. Так, неплохо, так на жопе проскользили. Ползем, ползем. А, это та монгольская какая-то пещера. О, стены. Черт. Цивилизация. Цивилизация. Угу. Какого хера? Не, я туда не полезу, там холодно. Ладно, пофигу. Плывем, 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 плывем. Подышали. Опять плывем, 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 плывем. О, костер. О, кто-то уже подготовился. Так, давай сушимся нахер. Так, навыки. Давайте навыки посмотрим. Так, охотник, выживание. Давайте-ка выживание. Так, быстрое изготовление. Ускоряет изготовление метательного оружия и боеприпасов на бегу. На бегу, находчивый боец. Чтобы получить больше опыта, выводить из строя или убивать врагов самодельными переносными предметами. Так, зажигательная бомба. О, это интересно. Делайте бомбы из красных канистр. Легкая походка. Нажмите S в момент приземления с большой высоты, чтобы бесшумно покатиться и получить меньше урона. Так, способная ученица. Аварийные тайники, документы, реликвии и испытания могут делать дополнительный опыт. Так, внимательность. Инстинкт выживания облегчает нахождение объектов испытаний. Так, я все хочу. Я все хочу. Быстрое изготовление. Давайте-ка, наверное, с первого начнем. О, а сколько у меня очков-то? Так, охотник. Давай охотника тоже сделаем. Так, возврат стрел, да, кстати, это надо. Так, что еще можно улучшить? О, восклицательный знак моргает. Так, ну давайте лук улучшим. Так, что за хер? Оплетка. Ну-ка, а чем он? Че? А, вон, оплетка какая-то клевая становится. Если обмотать шкурой часть тетивы возле упора для стрельбы, а для стрелы, это уменьшает напряжение пальцев и позволяет удерживать тетиву натянутой дольше. Так, время удерживания. Блин, лучше бы она стреляла бы больнее. Ну так, ладно, пофигу. Целиться будем дольше. На всякий случай, может всегда пригодится. Так, все, лук улучшили. Че, все? А, опять моргает, что ли? Не, мы все улучшили. А, этот... Ледоруб, ледоруб. Блин, как сверху-то его? Лук. Так, может, мышка? А, во, все, нашел. Надо ледоруб свой улучшить. Так. Заточенное лезвие. Заостренный конец позволяет лезвию глубже проникать в трещины, что уменьшает время взлома. Идет. Кстати, я даже не видел то, что тут такая штука есть. О, что это такое? Костюмы. Костюмчики поменять можно. Ух ты, какая ты стала такая. Ух ты, все, мы рыцарями будем. Сибирский следопыт. Так, стоп, ну-ка. Пустельга. Кожаная верхняя. Так, ничего, если я их буду одевать, это не будет там нашему климату как-то мешать. Если я оденусь легко, я не замерзну? Или в доспехе оденусь, я не задубею? Так, надо все обсмотреть. Так, а покрутиться никак? Ну-ка, покрутись влево, вправо, влево. Так, кожаная куртка. Индиана Джонс. Так, а это что такое? Так, я вот тыкал. Не, это я не хочу, это мне не нравится. Слишком много кольчуги. Не, прикольно смотрится. Вот это мне понравилось. Вот это клево смотрится, но я хочу стать Индианом Джонсом. Все, сойдет. Че, все что ли? Все сделали? Так, нажмите Е, чтобы использовать лагерь. Не, мы уже его использовали. Так, а нам надо идти. Так, стоп.
И что там было? Палка-палка какая-то хером была. Ух ты, ты что это так? Слушай, а мы так не замерзнем, а? А, ладно, пофигу. Бежим. Так, надо немножко как-то поаккуратнее все это дело делать. Так, и пиу, давай. Что такое? Византийская боевая галера? Нихера себе. Я вот то же самое хотел сказать. Че, все, посмотрели, пошли дальше. Так, куда идти-то? А, о, вижу. Прыг, е-е-е. Молодец. Ой-ой-ой, не фрись. Ой, кадры упали. Так, немножко надо постоять, отдохнуть. Так, все, кадры установились. Нет, не установились. Что такое? Все, хватит фризить. Что там такое? Куда нам дальше? А, о, все, вижу. Так, стоп, чуть-чуть назад. И с разбегу вперед. Это монгольский. Они прошли здесь. Так, гробница испытаний. Что там все звенит-то? Я хочу туда. А давайте-ка посмотрим, что тут. Опа! Колокольчики всякие. И... Наверное, там что-то есть. Я тоже так думаю. Я хочу на этот кораблик. Тэнк-тэнк-тэнк-тэнк-тэнк-тэнк. Так, Е. Давай. И чё? Чё дальше? Наверное, расколоть её надо. Чё, не верк? Может, повиснуть на ней надо? О, чё такое? Мария Дула застряла. Лёд не выдержал, и корабль переломился пополам. Неважно. Я надеялся использовать против лжепророка корабельные пушки, но придется идти пешком. Со мной 6 лучших воинов Ордена Троицы. Пока моряки голодали, мы копили провианты, припасы. Эти несчастные еще не знают, что им предстоит отдать свои жизни ради нашего дела. И мы с воинами найдем выход из этих ледяных пещер и продолжим путь пешком. До того, как лед поглотил корабль, мы услышали музыку, доносившуюся с юга. Там мы сделаем первый привал. Но сначала мне надо отдохнуть. Я промерз до костей, и меня клонит в сон. Вот. Все понятно. Ты замерз. О, грибочки. Так, мне не дает покоя эта штука. Так, куда-то сюда можно, да? Так, правее. Выше. Че, нет? Не барик, что ли? Куда мне деваться? Я не въезжаю. Давай! Почему ты за лед не зацепилась? Это глыба, большая глыба льда, какого хера? А, стой. А может вот так вот надо сделать? Ну-ка. Давай. Так. Так, наверх ты вообще не хочешь, да? А налево? Налево хочешь? Не, налево тоже не хочешь. Давай. А может назад как-то? Мне кажется, эту хер надо как-то расколоть. Все, стоп. Все, спрыгивай. Я сказал, спрыгивай. Ты... Твою ж... Ладно, как вариант тоже сойдет. Не пойму, как спрыгивать. Почему? Эту хер надо как-то расколоть. А это, походу, надо как-то раскачать. А раскачать ее, походу, можно с помощью вот этой хери. Ага, о, что-то я тут увидел. Так, попробуем туда перепрыгнуть. И... Давай! Так, поползли. Че, не вариант, что ли? Так, надо оглядеться. Как назад-то взглянуть? Так, давай спустимся для начала. Так, где эта штука? Блин, вот... Озадачили. Так, глыба не канает.
Стоп, а если... Ну-ка. Так, все, мы залезли. И... Где она опять? Да что за... Что делать, елки-палки? Так, на Q. Так, стоп, сейчас прыгнем. Да прыгни ты. Так, Q. Ни хера ничего не светится. Надо как-то расколоть лед. И не говори. Че тут такое лежит? Че лежит? А ты можешь залезть сюда? Нет, не можешь, я понял. А может, получается, где-то там что-то надо сделать? Эта штука обледенела. Я нифига не веду. Честное слово. Я думал, то сейчас прыгну на эту штуку, на Е нажму, она зацепится, и ни хрена не случилось. Я все стрелы потратил. Фиф. Эй, трупы, что мне делать? Я тут застрял. Как тебя расколоть теперь? Давай долби свой киркой. Все, я тут застрял, походу. И давай назад. Назад сможешь прыгнуть на эту штуку? Хера ты ничего не можешь, да? Все, спрыгивай. Спрыгивай нафиг. Ой, не туда. Так, Q. Надо как-то расколоть лед. Молчи. Вот, лучше молчи. Давай зацепись. Гребаная лодка, какого хера я вообще сюда поперся? Я ни хера не веду. Так, вот лед. Вот надо эта херня. Вот эту херню, походу, надо как-то раскачать и захерачить в эту. Ну как? Так, вот идет эта палка. Вот там противовес. Так, так, аккуратненько. Это надо мне как-то на нее забраться, по сути. Не знаю, там повисеть, покрутить, либо еще что. Но тут лед. Как этот лед раздолбать? Может, что-то тут где-то потыкать еще можно, не? Обратно. О, обратно, наверное, лучше вернуться. Мне кажется, там какие-то ништяки должны быть. Ну, в жопу, короче, этот корабль. Давай, прыгай. Прыгай на эту хер. Давай. Все, я не пойду туда. Вертел я этот корабль, короче. Стой. О, чемоданчик. Все нахер. Уходим отсюда. Не удивлюсь, если надо было куда-то сюда зайти, или глыбу расхерачить, и потом на эту... О, ящик. Че там у нас такое? Византийский медальон. Очень красивая эмаль. Интересно, а за сколько можно толкнуть? Так, чё? Поползли. Ты чё, угораешь надо мной? Всё, я тут. А, во. Сраный корабль. Я хочу туда, конечно, залезть как-то, но не варик. Не знаю, не хочу долго мучиться. Опаньки. Что такое? Монетки. Всего две монетки. Чё-то мне кажется, меня... Оу, ну ладно. Померзнем. Да чё за фризы-то такие, а? Так, все, ныряй давай. Ныряй. Так, давай направо поплывем. О, выплыли. Чувствую, так и так мы выплыли бы. Так, свет.
А, нет. Я вот думал, тут что-то может есть. Все, бежим, бежим, бежим. Не будем больше тормозить, останавливаться. Советская вода. Ух ты, нихера себе, чуть такое. Да, что-то явно советское, что-то очень большое. О! Давай погреемся. О, та баба по-любому. Та баба, привет. Я такой же, как и ты. Это мы еще посмотрим. Ты убила тех людей. Ну и чё? Я убивала, чтобы выжить. Как и ты, подозреваю. Давай луками махнемся. Сколько они уже здесь? Несколько дней. Многих из нас взяли в плен. Лучше уходи отсюда, пока не поздно. Я не могу. Я пришла по важному делу. Как и они. Еще раз тебя увижу, сажу стрелу в глотку. Мы с тобой на одной стороне. Я постараюсь это доказать. Что там происходит? Тоже мне, блин, нашлась тут амазонка. В тылу врага. Итак, тут живут люди. И живут, похоже, давно. Десятки. Что, навыки, что ли, надо улучшить? Может, сотни лет в изоляции. У нее на платье был узор, какие были распространены в Византийской империи. Неужели это потомки учеников пророка? Что им известно о затерянном городе и святом источнике? Все, поразмышлял и хватит. Так, сведения в области ни хрена, короче. О, что такое светилось? Что такое тут есть? Ух ты, аварийный тайник. И что мы туда положим? Чё, пора валить отсюда. Приксок. О-о-о-о-о-о-о. Всё, всё, прыгай нахер. Я там чемоданчик видел. Заинька. А, нет. Большой какой чемоданчик. Может, как его ломануть? Чё, не идёшь, что ли? Эй. Я так не играю. Зайка. Так, изготовление стрел, чтобы мастерить стрелы из дерева и перьев, удерживайте какую-то херь. Да хватит фризить. Все, походу, мне место на жестком диске кончается. Опа, на, что такое? Тупак. Я ему уже ничем не помогу. Почему тут что-то есть? Давай заберем. Всем поста. Что такое? Первый день в Сибири, Инати. 2 года в Афганистане, еще 1 в Индонезии, и ничего. А тут один день во льдах, бац, уже одного убил. Я смотрел, как у парня стекленели глаза, а он все о чем-то просил. Не по-русски, черт его знает. Так что я просто ждал и смотрел. Только что передо мной был человек, и вот ничего. Просто кусок мяса. Меня стошнило. Заблевал сугроб прямо поверх его крови. Он был мертв, а я жив. И чувствовал себя прекрасно. Константин все время повторяет, что мы здесь с особой миссией. Говорит, что мы выполняем Божью работу. Я, кажется, начинаю его понимать. Хер все это. Константин едет из тюрьмы. Так, у меня 5 стрел. Нужно 5 стрел. Нужно навести порядок до его приезда. Эй, меня кто-нибудь слышит? Чтоб тебя съесть, ни к черту. А, вот, стрелы делаем, стрелы. Все. О, я слышу песиков. Ой-ой-ой. Хватит фризить. Я слышал просто звук какой-то странный. Ты один? Оп. Прости, промазал. Что, есть еще кто, не?
Стрелу отдай. О, бухло. А, не, просто бутылка. Я тут стрелу куда-то свою дело. Ладно, похера. Это было что-то. Тихо. Бешеный. Бросится на троих вооруженных людей с одним топором. Ты слышал? Пойду глянуть. Есть. Там кто-то есть! Твою ж дивизию. Так, бутылочка пригодится. Эй, не-не-не, все, лук возьми, все, да, молодец. Так, обыскали. Так, а как тут свой инвентарь посмотреть? Так, все глянули. Так, две бутылочки, мне кажется, тут кто-то будет. Че, нет никого? Кустики? Ладно, похер, надо поторопиться. Давай, прыгай. О, вертолетик. Почему-то без винтов. Где у него винты-то? Ой. Так, С, прыгнуть, чтобы вас не заметили. Тихо. О. Не обращайте внимания. Дерево само себя щипало. Ёлки-палки, у вас как там, о, Ленин. Типа, свобода. Свобода. Так, сколько их тут? 1, 2, 3. Начнем. Ах, они сами себя убили, я вам точно говорю. Так, все. Так, как тут стрелы сделать? Так, все сделали, да? Ну, бутылочку можно было кинуть. Нахер она кому нужна? Так, ящичек. Посмотри. Понял. Так, что тебе есть? Так, тут еще кто-то был. А, вот он. Что тебе есть? У меня один вопрос. Откуда у вас столько стрел, а? Или одни стрелы? Да, стрелы, 4 стрелы, гаечка какая-то. Кто-то топает. Пойму, где-то кто-то топает, а? А, кто-то наверху, походу, топает. У забора что-нибудь видно? Ничего. Но мы и первые засады не заметили, пока они внутри не оказались. Они тут как у себя дома. Пошел в жопу. Обыскать. Ой, Ленин испугался. Давай, залезай, не тупи. Че это за хер такая? О, придется попрыгать малость. Ну че, готово? Ух ты ж срань! Е-е-е-е-е! Давай, прыгай. А, во, понял. Налево прыгнуть надо. Так, вверх. Так, потом куда? А, во, вижу. И прямо. Прямо, дура, ё-моё. Вверх. Налево. Только попробуй сейчас прямо прыгнуть. Ой, налево. Ой-ой-ой. Давай. Идем. Цирк дю Солей. Эх, хоть бы там кто-нибудь был. Прям с двух ног ему.
О, светильник. Не, мне светильник не нужен. Нахер он нужен? Так, стоп. Как тут пройти-то? Куда я попал? Так, Q. А. Я, кажется, понял, что делать. Светильник. Прицелиться. Гори все красным пламенем. О. Малость фрезанула. А не фриз! О, чувак. Все. Чувака больше нет. О, пушка. Это мне пригодится. Сколько там патронов-то? Ты куда лук дела? Я лук хочу. Лук. Лук. Так. Один, значит, лук. Так. Один. Не пойму, что за черепочек постоянно светится. Я так понимаю, это типа ядовитые... Так, стоп, куда нам? Куда? Ага, что это такое? Красная армия приближается. Старая какая-то история. Так. Так, дверь я вижу. Как мне туда попасть, я не вижу. А, стоп, что, стекло может? Ты что, бессмертный какой? Да ты охреневший. У меня много стрел, учти. Чё нахер? Ты какой меткий, тварь. Сдохни. Сдохни. Охереть. Я, кажется, понял, для чего нужна была пушка. Так, обыскать. Стрелы верните. Стрелы мои верните. Эй, мужик. Мужик, ты че? У них в плену. Надо. Надо. О, нет. Нет, нет. Это плохо, да. О, там какие-то пушки вроде, не? Пружинки. Иконы какие-то тут. Ладно, пошли дальше. Давай. Нихера ты две. О, это мне надо. Так, 25 стрел. Калаш. Да, у меня калаш есть? Или пуль для калаша? Что за подстава? Так, вопрос в другом. Куда мне теперь? Форточку, что ли? О, ящик какой-то. Ящик мне нужен. А, вон еще дверь. Может, сюда? О, а по-другому никак ты не можешь, да, открыть? Эй, бродилка. А, вот, тут это, след типа можно запрыгнуть, все, понял. Ай-яй. Почему фризит, ё-моё? Где ты этого мужичка уже видел? А, да. В Сирии. Ты был моими глазами. Ты должен был видеть и понимать, как много зависит от успеха операции. Да. Ну, нет. 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 Не понимаешь. Нет. Да и как ты можешь? Тише. Тише. Не бойся страданий. Тут. Мы очень близки к цели, но должны сохранять бдительность. В случае успеха нас ждет новый мир. Наш собственный мир. Константин, вас срочно просят вернуться в тюрьму. У нас пленник, возможно, знающий про артефакт. Будьте верны. И войдете во славу святого источника. Нахера ты ему глаза выдавил, чувак?
Он ноет или радуется? Вот мне одно непонятно. О! А есть бутылка. Не трогайте его. Так. Похоже, у нас снова утечка топлива. Что тут случилось? Этой хреной лет 50. Кажется, дети. Какого хрена? Давайте его перекроем. Не играй. Мы больше не можем. На нас напали! Тихо. Чё, чувак? Может, с тобой поболтать? Чё, дебил? Ой-ой-ой. Тебе всё показалось. А, мучайся. Мы не будем гуманными. Расскажи, что тут было. Пусть меня боятся. Так, где-то еще тут есть запасики. О, бутылочка. Не, бутылка мне больше не нужна. Так, куда мне надо? Как бы уничтожить эту цистерну? Ух, ни хрена себе. Ты это серьезно? Я знаю как. Смотри, прикол. Бежим нахер, она сейчас рванет. О, рванула. Тихо. Пошел в жопу. Ух ты, ёкарный срань. А чё как бомбануло-то? Так, чувак, ты мне должен стрелы. Чё, по мне стреляют? А-а-а. Ой, звездочка. Чё-то пипикало. Где ты, говно? Чё-то бомбанул. Чё, всё, что ли? Блин, отмечалось бы как-нибудь то, что я совершил, ну, в кавычках, убийство. Так, стой, а где он? Это ты типа сюда отлетел, что ли? Так, тут звездочка что-то светилась, надо к ней подойти. Снова советская пропаганда. Ночь работе не помеха. Чего? Там вечная слава героям. Так, стоп, надо почитать. Вечная слава. Не пойму, что за слово. Героям, видать. Сиры. Блин. Да, во, вечная слава героям, которые боролись за свободу. Мне кажется, тут букву как-то неправильно расставлена. Там героям тут. Кто. Почему-то я тут и не вижу какие-то, которые бие. По-украински, что ли? Борой, писал за свободу и независимость Советского Союза. Ладно, пофигу. А в чем пропаганда-то? Ты гонишь, что ли? Замкнем. Так, куда дальше-то? Так, давай ветки потрясем. Так, смотрим, куда можно заползти. Так, тут уже ничего нету. А, во. Все, кажется, я нашел. О, сугробик. Ой, сугробик. Костерчик. Есть, чтобы использовать. Так, может, что-то улучшить можно? Здесь Константин. Тот, кто пытался убить меня в Сирии. Он жесток и опасен. И что хуже всего, непоколебимо уверен в истинности своих бредовых идей. Мне вообще везет на религиозных фанатиков. Впрочем, ничего удивительного. Так, бомбит много, надо это улучшить. Кто еще будет так охотиться за тайной бессмертия? Его люди упомянули пленника, который может что-то рассказать. Может, это один из здешних обитателей? Если так, что он знает?
Люди Троицы не церемонятся при допросах. Надо найти его. Узнать, что ему известно. Заручиться доверием местных будет полезно. Все, погрелись, идем. Так, я пока что лук все равно буду использовать. Так, кустики. Зайки. Так, давай, ныкайся. Так. Че ты не ныкаешься? Ладно, пофигу, побежали. Пока что нет кого. Опять гребаный фриза. Так, давай, запрыгивай. Сейчас какой-то самый талый путь найдешь, да? Давай напрямую. О, канат. Канат, говорю. Ё-моё, нихрена тут обходить придется. Давай прям по чувакам. По чуваку. А кто стрельнул? А кто стрельнул-то? Не стреляй, я тебе не враг. Ага, ладно. Так, стрелы чур мои. Ты кто такой? Здорово. Вообще, кто такие? Я все объясню позже. Если тебе нужны ответы, слушай внимательно. Нам удалось уничтожить старую радиовышку, но она была связана с... Ясно. Ни хрена не ясно. Так, куда идти-то? Ага, о, все, вижу. Короче, все. Ты там сам за себя как-нибудь? Ага, далековато. Так, меня волки, наверное, съедят. Они слиняли. Так, надо дерево потрясти немного. Так, немножко стрел сделать. Так, правильно иду, что ли? Так. Ну-ка еще раз. Так, мне наверх что надо? Окей. Или не надо мне наверх? А, нет, наверх не надо. Ладно, тут какая-то хер лежит. Можно подобрать. Бери! Так, лесорубня какая-то. Так, правильно бегу? Правильно бегу. Че такое? Бэмби, не ссы я. Да хватит фризить твою ж дивизию. Вот фриза пока что вот в этой игре меня очень расстраивает. Из-за чего я не пойму. Ой, да тут как много животных. По-любому там медведь. Так, надо сюда что ли забраться? Ну ладно, лады. Давай, прыгай. Давай. Прыгай. Все, я на месте. Мне по стене что надо ползти? Ладно, давайте попробуем. Чё-то я не понял. Ну-ка, давайте-ка еще раз. Я не успел прочитать, точнее, я вообще не читал. А, понял. Я все увидел. Еще один костер. Так, тут какая-то хер лежит. Надо грабануть ее. Гаечки всякие. Так, куда идти-то? Все, въехал. Все, понял. И прыг, скок. Бежим. Хватаемся. Давай. Левее. Прыг, скок. Хватаемся. Вверх. Так, нет, тут не вариант, тут не получится, конечно, наверх заползти. Сила притяжения работает против нас. Паум. Ёкарный срань! Что-то мне подсказывало, что у меня место на жестком месте, диске кончается.
когда кончается на жестком диске у меня место, начинается вот подобная лажа. Ладно, доиграем. Думаю, еще гигов 20 осталось. Так, куда мне? А, все вижу. Чё? Тебе кажется? Это все иллюзия. Это не я. Это все деревья. Ветками кидаются. Уроды. Стрелы верни. Ты стрелы верни. Ты верни. Так, мне внутрь надо, да? Здрасте. Это Фриза. Так, хижина с припасами. Приобрести предметы у техник и строиться можно за византийские монеты. Ладно, там на Е нажмем и уже все увидим. Так, сейчас грабанем. Блин, наверное, надо шмотки какие-то другие теплые. Здорово, барыга! Я на твоей стороне. Ух ты же! Я отвечал за снабжение Троицы, а теперь хочу свалить отсюда. Они чокнутые. Я припрятал снаряжение, оно твое, если сможешь заплатить. Они не заметят мелких пропаж, но если что-то заподозрят или увидят нас вместе, я не жилец. На всякий случай мне нужна валюта, которую не отследить. Желательно золото. Как тебе такое предложение? Посмотрим, что удастся накопать. У меня бабла нету. О, ой. Удержать. Что это такое? У меня ни на что денег не хватает. Слышь ты, ты не охренел бабла так много просить? Сколько у меня бабла? Так, тактический дробовик для покупки, нажмите Е. Все по 5, да? А у меня сколько? Я вроде немало монеток подобрал. Я херею. Давай я тебе лук за 10 продам. А это что такое? Черная майка, камуфляжные штаны, тактическое снаряжение, костюм можно менять в базовом лагере. Понял. У меня ни на что не хватает денег. Иди в ванну, козел. Блин, чё, как все дорого у тебя. Это что такое? А, рация. В жопу рацию. Я знаю. В жопу рацию. Все, я ухожу отсюда. У меня какой-то пистолет есть и хватит. Так, аккуратненько, аккуратненько. Нет. Нет. Давай. Ёкарный бабай. О, да, начинается. Начинается сань Фризы. У нас были проблемы с местными. Возникли перебои со связью, но теперь все в порядке. Если ситуация выйдет из-под контроля, мы вмешаемся. Не выйдет. Вы послали меня сюда. Я был избран для этого. Я не подведу. Уж постарайтесь. Эй! Упс. Вот нехер был подслушать. Надо было сначала всех захерачить, а потом подслушать. А лучше ему в ногу стрелу захерачить, а потом допросить. Ну не рассказал бы он ничего, ну и хер с ним. Зато и не было бы. Лара, ты как? Охерительно, как? Слава богу. Анна, что? Что ты здесь делаешь? Я не знаю. Я не помню. Она предатель, я точно говорю, я ей не доверяю. Прости меня. Я не думала, что они возьмутся за тебя. Это все я виновата.
кто? Ты смотри, она явно плохой человек. То же, что искал мой отец. Ох, нет, Лара, я же предупреждала. Просто отдай им, что им там надо. Все не так просто. Спокойно. Я нас освобожу. Она предатель. Как-нибудь. Она предатель, я тебе точно говорю. Я ей не верю. Тронь. Не надо. Надо. Говори. Ублюдок, сволочь! Где святой источник? Прошу, прекрати, я ничего не знаю. Она вместе с ним. Да не дур, что он ее притворяется. Я так и знал. Что? Ты... Нет. Ты с ними заодно? Не может быть. Ты... Ах ты, что? Ты же не могла сдаться. Не так ли? Я знала, что ты найдешь дорогу сюда. А чего ты ожидала? Все может быть и по-другому. Мы хотим одного и того же. Нам нужны такие, как ты. Тебе нужна цель в жизни. Мы ее дадим. Да ты издеваешься. Я видела, на что способна троица. То есть нет. То есть иди нахрен! Скажи, она, тебя троица завербовала до того, как ты охмурила отца, или после? Я любила Ричарда. Но он был ослеплен своим идеализмом, и это погубило его. Зачем тебе артефакт? Предъявить его миру? Восстановить доброе имя отца? Ты все еще так наивна. Напуганная девочка, которая хочет быть похожа на папу. Оу. Довольно. Нет. Погоди. Мы с тобой все еще можем вместе творить историю. Подумай над этим. Лара. Конец! Сволочь! Быть может, ему другого не дано? Я думала, я тут одна. Я тоже, и тем не менее. И как же звать мою новую знакомую? Никак, я тут ненадолго. Константин очень нетерпелив. Я тоже. Я вижу. Ловко. Сможешь нас вытащить? Никаких нас. Я даже не знаю, кто ты и почему тут сидишь. Извини. Но сейчас я не склонна кому-то доверять. Без меня тебе далеко не уйти.
Это мы еще посмотрим. Что тебе о них известно? Это древняя тайная секта. Они возомнили себя избранниками Божьими. Судя по тому, что я видела, они далеко не праведники. Че, все, что ли, поболтали? Ну и все, наверное, на этой тюремной ночи мы пока что закончим сниматься. Надо, наверное, залить видосик. И потом снимать заново. Продолжение, точнее, Лалы Крофт этой. И всем спасибо за просмотр. С вами был Макс. Подписываемся на канал. И ставим, надеюсь, лайки, комментируем видосик. Всем пока-пока. Пилюнг.